Какие-то люди. Наверное, это какие-то люди. Люди что-то значащие. Опа, нихуя, вот сразу все видно. Я ничего не могла увидеть. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться своим русско-английским словарем. Ходят легенды, что вблизи этого лагеря был приют для сирот. И там жила странная девочка, которая боялась воды. Она не мылась и не ходила на реку. Однажды старшие девочки решили над ней посмеяться. Связали ей руки и облили водой. Она очень сильно испугалась и убежала. Много дней ее не могли найти и решили, что она мертва. Но однажды ночью она вернулась в пижаме, вся мокрая, и убила всех, кто над ней издевался. После этого ее дух в полнолуние появляется в ванной комнате. Не дай бог мне, блядь, появиться в ванной комнате в поебанное полнолуние, нахуй. Мне похуй. Да мне похуй на ваши звуки. Еще что-то? Нихуя нельзя взять. С ногтями пиздец тяжело играть, конечно. Нужно найти зажигалку или спички. Зажигалку или спички. Вейп. Вейп Нейшн. Опа, что-то есть. Вот и... Видеокамера. Взять. Вот и мой словарь. Я делал природник за русских книг в колледже для помощи... Ага, умничка. Какой же ты у меня молодец. Все, теперь я вижу все. Ага. А что, зарядка у нас есть? Как-нибудь? Нет, нет зарядки. Зарядка бесконечная. Чат, помогите, пожалуйста. Чатик. Что делать? Кто знает, где спички и вся хуйня? Наверное, тут уже сиги курят. Опа, зажигалка. Нашла. Зажигалка почти пустая, не смогу всегда ей пользоваться. Угу. И что мне, блядь, посрать на нее? Что мне сделать? Бля, я хочу ногти уже отрезать, мне неудобно. Ага, ага. Мне нужно что-то, чем... Теперь могу зажечь свечи. Шикарная новость. Вот и зажгли. И что? Теперь могу расстелить спальный мешок. Взять бы его где-то, браво? Какую кнопку нажать-то, ёбаная ты тетя нахуй? Молоток. О, можно пиздить кого-нибудь. Нет? Не варик? Я даже не могу... Так, спальный мешок... Опа. Вывез расследование об исчезновении детей и сотрудников пионерского лагеря «Юность», который... Это так мой альбом, кстати, называется. Поверни фотку. Повернуть фотку? Нихуя вы умные, да хуя я смотрю. Проверь двери, спальный мешок. Хорошо. Проверь двери. Надеюсь, что... Переверни фотку. И что? 19:45. И что? Мне, ребят, как-то, знаете, как-то мне, блядь, нихуя не помогло, я вам скажу-то. Как-то мне, знаете, ну, как-то нихуя-то не помогло. Давай расстелим, бро, вот прям посередине. Оп, все, расстилаем. Все, готовимся. Просто будем спать ночью. Нет? Просто спать. 19:46, код. Окей. Окей, спасибо, чат. Ночь один. Вот сейчас. А камера уже не работает, ребят. Ой! 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 Да спи! Чел, иди поспи, блядь. Вот, чел, ну иди поспи, нахуй. Я еще свечу задула, блядь, сука тупая. Ванной комнату нам не надо. Ребят, я не хочу, блядь. Пожалуйста, Максим. Максим, верни. Опа, фотокарточка. Окей. Окей, фотокарточка. Якобс Монарх. Якобс Монарх. Катя. Якадзе. Ой, нихуя, вот это криповая хуйня. Какая-то штука. Андрей. Есть этот шкафчик Дани Милохина? Меня интересует. Почта. Только если Россия, я надеюсь. Тут еще дальность видения такая хуевая. Я тут уже все осмотрела. Тут нихуя не... Оп. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русским словарем. А я все понимаю, бро. Я все понимаю, все пору. Опа. Сюда, нахуй. Опа. Люди. Сзади ничего нет. Так. Больше тут нихуя не. Мне, видимо, надо в ванную, да, чуваки?
Да, тут я не могу ничего сделать. Мне надо в ванную идти. О, боже мой, она как будто мне в голову стучит. Мне как будто в голову стучит. Я не смогу, ребят. Я не смогу играть, мне кажется. Макс пришел? В смысле, да, блядь, это шутка. Ребят, мне кажется, я не вывезу. Моя психика не... Можно я наушники поменяю? Мне кажется, я не вывезу такую хуйню. Ну, это просто пизда, блядь. Это... А, ну, а, да? Мне кажется, я не вывезу, типа, чуваки. Ладно, похуй, погнали. Ладно, похуй. Заказывай себе Филадельфию, бля, свежевыжатые соки, текилы, шоты, мне похуй обошляю. Подруга стесняется, можно ли я спросить, можно ли она возьмет калик, но не стеснялась, когда сосала чупа-чупсы. О, ну да, ну да, ну да ты что такое говоришь? Да ты что, мой хороший? Ладно, можно я буду, позвольте мне чуть кринжа, разбавить кринжатины ебаные какой-нибудь. То, ну мне реально страшно, я вам вот честное слово даю. Посмотрите на эту хуйню. Это же просто тильт. Это какой-то тильт. О, дверь закрыли на меня. Там кто-то кушает, вы слышите? Как это? Меня закрыли. Меня закрыли. Меня закрыли, чат. Да, блядь. Блядь, ребят. Я боюсь идти к окну. Да я боюсь. Сейчас пизда вылезет. Вы уже знаете, что там вылезет. Да чё ты? Да, блядь. Смотри, толчок, там ключ. Бро, не могу, меня закрыли. Вы мне напиздели, чё с окном-то? Чё с окном? Всё. Я чекнула. Зайца нет? О, зайка! Зайку потеряли. Нет зайки. Так, позвольте-ка выйти мне, пожалуйста. Позвольте мне... Ну открой, ты с... Что это? Что? Что? Что это? А что это? Что произошло? Все, я проиграла. О, дэм. О, мой бог, моя голова. Потом озвучивать. О, утро, все, я не боюсь. Утро, бог, как я здесь оказался? Буду вам... Давайте я буду как анимешная озвучка. Нужно найти мою видеокамеру. Я буду вам как аниме озвучивать, хотите? Вообще, no problems. Если вас интересует такой вид спорта, то я, как говорится, только рада буду. Окей, let's go. Буду озвучивать как аниме. Вернемся в 2015 год, когда я озвучивала хентай. Заказывай себе Филадельфию, бля, свежевыжатые соки, текилы, шоты, мне похуй обошляю. Подруга стесняется. А вы мне говорили посредственно потолок ванной, да? Помните? Камеры... Моя видеокамера! Верните. Тебе здесь не рады. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русско-английским словарем. Да чё ты не понимаешь, сука ты драная. А, вот, вот и... Блядь, да всё ж понятно. Окей, let's go. Всё. Так, тот, кто ударил меня по голове, собрал свечи. Я должен выяснить, что здесь происходит. Нужно постараться включить свет во всем здании.
Тварь. Ах ты, сука! Так, толчок, вы говорили осмотреть. Толчки осматриваю внимательно. Внимательно осматриваем писсуар. Так, что он говорил? Свет включить. О, бутылочка водички. Это Витель. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, не хватает предохранителя. Нас интересует на данный момент предохранитель. Я знаю, где он может находиться приблизительно. Мой будильник, все охуенчик, все чики-пуки. Че лаги, в смысле? У меня ничего не лагает. Слышу, кто-то поет или это мухи? Заебался. Ребят, не могу... Ой. Твою мать! Я не могу ничего сделать с лагами. Я могу поставить еще меньше эту хуйню. Окей, давайте поставлю. Погнали. Все, сейчас не должно лагать. Не лагает? Все, супер. Кто-то поет. Кто-то поет эту песню. На-н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 а, веселый. На-на-на-на-на. Опа. Не работает, нужно... Да вы заебали меня с тем предохранителем. Окей, let's go. Ищем, ищем. Где примерно может находиться данная... Может, где-нибудь здесь? В городах веселых. Слушай, реально лагает, я в ахуе с этого. Я не закончила осматривать комнату. Это подсказки, типа, мне такие дают, типа, ты тупая, сука. Ну здесь кто-то поет, я не хочу, блядь, где-то осматривать тут нихуя. Вот рука. Вижу руку. Что-то же она, наверное, значит. Она же тут не просто так. Прыгать тут нельзя. Бля, реально лагает? Ребят, я не знаю, что мне сделать. Могу посрать. А это все, это минималка. У меня на минималке стоит. Пум-пум-пум. Что мне сделать? У меня, видимо, хуёвый комп. Надо купить новый. Блядь, стойте. Я туда же тыкаю. Блядь, я опять туда же тыкнула. Настройки видео. А сколько мне поставить? Давайте так попробуем. А, меня просто байтят. Спасибо, ребят, что вы меня байтите. Я сижу, разбираюсь, блядь, с ебаным нахуй видео. 15 минут вы меня просто наебали. За что? Это ж за что, блядь? И мне и так стрёмно. Я уже не знаю, что тут осмотреть. Труп может осмотреть. Так. Потолок. Потолок в порядке. Зачем портишь? Я нихуя не порчу, блядь. Не понимаю. Я не понимаю. За шкаф. Что за шкаф? Вот шкаф. И что? И что? Да чё шкаф? Вот шкаф. И чё? Шкаф. О! Директор пионерского лагеря «Юность» Мария Анатольевна... А, пропала, как и все остальные проживающие. Мария и раньше заботилась о детях в приюте для сирот с 1944 по 1950 год. Она была воспитателем и медицинской сестрой, которая давала себя только работе. Дисциплина для нее была важнее всего, поэтому родители доверили ей своих детей. За другой шкаф. Какой, Эрик? Помоги, нахуй. Вот за этот шкаф, может? Вот этот шкафчик был как-то подозрительно, знаете ли. Нихуя, блядь, вы запрятали. Я со шкафом. И что? О, нихуя. Однажды в лагерь приехала девочка с мягкой игрушкой зайца. Она везде с ним ходила и даже спала.
Ребята над ней начали издеваться, что она как маленькая приехала со своим любимым зайкой и подушучивали на ней. Даже директор просила спрятать зайца в шкаф, чтобы не было разногласий среди сверстников. Девочка послушала ее и убрала зайца в шкафчик. И в наступившую ночь заяц ожил. Он обиделся на свою хозяйку и на тех, кто над ней издевались, и ночью всех задушил. Нихуя тогда придумал, блядь, сказки. О царе Салтана, нахуй, или как там? Спасибо, чат, кто пишет, что все отлично, я вас слушаю. Если все заебись, значит все заебись. Какой нахуй шкаф, блядь, вы мне объяснение дайте, сучья. Эрик, помоги мне, брат. Ладно, видимо, я осмотрела всю комнату. Что, блядь? Сучий потрох. А что я не осмотрела? Я возьму коробку с собой, если ночью что-то пойдет не так, то воспользуюсь лампочками. Окей, let's go. Нужно отнести коробку к спальному мешку. Я этим и занимаюсь на данный момент времени. Это куда? Направо вроде было. Ой. Блять, сука. Я не хочу играть, мне страшно. Пожалуйста, приедьте ко мне кто-нибудь. Привет. Я жду Максима, надеюсь, что он не наебал меня, он приедет. Я не могу больше, блядь, это какой-то пиздец. Все, оставь тут. Оставь тут. Привет, Егор. Как это оставить? Как оставить? Хорошо, ладно. Ищем пути решения, нахуй. Ищем пути решения. Ищем пути решения. А может вот тут? Может на штатив поставим нахуй эту коробку? Сказали, к спальному мешку. Как ее кинуть-то, ебаный в рот? Какой двери? А. Боже, какая тупость, сучья. Я не могу поверить. А, да? Да. Предохранитель. Это что? Не то. Ищем предохранитель. Вы еще мне писали сорить в ванной на эту. Я не вижу пока что никаких предохранителей в данный момент времени, если честно. Но я чувствую, что... Я потихоньку привыкаю к игре, и мне уже не так сильно страшно, как было. Давайте тут поищем, может быть, есть... Птичка? Смотрите, птичка. Привет. Днем вообще не... О, сюда нахуй. Читаю, он в коробке? А, бля, вот я голубь, сука. Я поняла, окей, базар. Поздно, мне читать дальше, как анимешка, или нормально читать-то? Поздно ночью, когда люди уснут, не нужно веселье и не нужен шут. А, это просто мне читать стих надо сейчас. Макс пишет, приехать. Да, конечно, приехать. Сука ты, потлатая. Как анимешка? Ну, как-то мне впадло. Но я могу, если надо. Ищем предохранитель. Сейчас будем предохраняться вместе с вами. Ладно, нихуя не дало мне это. Опа! Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Зверюка кофейку. Ладно. Предохранитель мы, получается, нашли. Я правильно понимаю? Значит, нам сейчас нужно сделать очень простую вещь. Это нажать сюда. Вы что? Это Стёп? Так, не сюда, вот сюда. Бежим, бежим, бежим. Опа. Вставить предохранитель, правильно? Давайте. Давай. Вот это сюда, наверное, надо. Включаем свет. Высокое напряжение. Да похуй. Да поебать! Погнали. Похуй, если я оказалась в таком месте, я бы даже если мне было бы очень безумно опасно для жизни, я бы все равно включила бы... Все так. Все? Mission complete. Вальс, нихуя. По-моему, музыка очень криповая здесь. Я бы тут не. Так, братишка, давай ты это ебало загасишь свое. Ага, во, прекрасно. Загасила музыку. Дальше-то что, я кручусь туда-сюда постоянно.
кручусь туда-обратно, туда-обратно. Туда-обратно. Звук, по-моему, из туалета был, да? Ну, погнали на звук просто, наверное, дойти. Сейчас же не ночь, по сути, похуй. Как будто не из туалета звук. Звук не из туалета, чат. Ключа в толчке-то по-прежнему нет, вы меня наебали. Окей, на бесстрашном ебали двигаюсь. Тучите меня кто-нибудь материться. Мне кажется, если бы я не материлась, я была бы идеальной девушкой. Именно девушкой. Поняли, о чем я? Но еще многие мои парни говорили, что я сапожница. Ебалово к ней? Я не вижу никого ебалово к ней лично. Не знаю, как вы. Я никакого ебала не вижу конкретно в данный момент, в данную секунду времени. Не имеется такого у меня наличия в моих глазах. Сука! Чебурашка! Чебурашка! Просто, короче, мне кажется, интеллект слабый для игр. Таких. Я буду бегать бесконечно в такой хуйне. Типа, у меня всегда так... Единственный раз, когда... О! Когда оказалось по-другому, это когда играла в Хаги-Ваги первую часть, я прошла как сверхразум. Вкрутить лампу. Спасибо большое, чат. Вы у меня такие умные. Что бы я без вас делал? Вы видели? Вам... Мне показалось, наверное, я тупая. Let's go. Мне просто ногти, мне так больно играть, пиздец. Вкрути. Нужно лечь спать. Ты чё, ёбу дал? Всё уже? А вы мне пиздите. Лампочки включи, лампочки. Ничего мне не... Сука. Наебали меня. Наёбщики. Всё, спасон. В туалете... Ну, конечно, это жестко, что он решил поставить спальный мешок напротив туалета, где ночью происходит какая-то полная пизда. Спокойной ночи. Спасибо, Эрик. А мне да лампочки, на, на-на-на-на. Байгатырышими. Часы остановились 3:07. Ну понятно, а нахуй ты проснулся-то, сука. Сука, если бы ты только знал, во что это все вылилось. Двери, конечно же, все закрывались моментально. Меня заебалось ходить в этой локе. Ключи в туалете так не появились, вы меня наебли. На-на-на-на-на-на-на, в городах веселых. Спокойной ночи, ребят. О, ребят, да что-то проснулась тут не в неглиже, ты ебаный рот. Ну вы меня подняли. Ой, блядь. Это радио. О, прикиньте, тут есть радио. А что у нас стресс? Почему? Вы видите звук? Это какое-то реально паранормальное явление. У меня звук все время на 100 круче. О, вот так вообще прекрасная жизнь. Как прекрасна жизнь мальца, нахуй. Дэн, шмальц, 400к. Да, конечно, нахуй. Что это? Так, что это тут у нас нахуй такое? Ребят... Три FPS опять. Спасибо, папаша, за этот Рено Логан. Ребят, мне нужно купить новый компьютер. А вы знаете, что? Все, я больше не работаю со стейком. Шлюха! Сука наглая. Бля, какая же ты сука, шлюха, мерзкая. И что мне сделать с тобой? Шлюха. ПГТРП, конечно же. Спать еще нельзя, блядь, надо дальше разведывать обстановку. Ну, базар, погнали. А все, мне уже не страшно. Мне уже не страшно. Мне уже не страшно. Мне уже не страшно. Ой, у меня писька, говорю, подмышки потеют жестко. Раньше этой скатулки здесь не было.
Заперто. Было бы интересно узнать, что внутри. Я прям анимешка жесткая. Это мама Симикса, ты так. Ну, это я осуждаю. Да пошел ты на! Да пошел ты! Да что-то звуков как-то подозрительно много. В коробке были запасные лампочки. Я помню, бро, да все, у меня память четкая вообще, мне вообще похуй. Опа, лампочка. И, а куда ее вкрутить-то? Чат, не помню, не знаете? На-на-на-на-на-на-на, в городах веселых. Так, сюда нельзя. Окей. В туалете нельзя, там где разбилась. Сори, ребята, у меня лагает, я не могу ничего сделать, ну, блядь. Кто-то писает. Кто-то сыт. Вы слышите? А, да? Опа. Что это? Что это за шкатулка? Что-то капает. Блядь. Сука. Вот где Максим, блядь, сучит. А, да, блядь. Это какие-то игры разума на... Ребят, ну это уже какой-то полный пиздец, блядь. Ну уважайте труд уборщицы, ну чё вы заладили-то нахуй? Ребят, да это пизда, там какой-то ушастый хуй стоит. Что мне делать, блядь? Какой-то сучок стоит. Ладно, похуй. Смотрите, учу вас. Бежим на него. А, все пропал? Сучка! Я потею очень сильно. Я уже думала, все закончилось. Открываю глаза, блядь. Это вот сучье поганое, зайчье. Опять свет вырубил, ты нахуй. Предохранитель хоть не забрал. Опять свет. Фул нет света. Фул нет света. Че, мне за еще одну лампу бежать или что? У меня еще две лампочки есть. Нет, надо предохранитель, наверное, вот там вот включить включатель, да? Чат, как думаете? Это вот тут было. Это вот тут было где-то. Все, нормально, я не боюсь, это просто скример. О, включено. Включено, странно. Че ты так дышишь? Нужно найти ключ, наверное. Чат, что-то стрёмное, честно, как-то мне... Может, нахуй? Может, нахуй его, а? Может, это... Прилечь и поспать. Ну, как обычно, эту дверку, с ней кто-то играется постоянно. А заяц ожил, вот этот вот, я поняла! Лена, Вика, Настя, Кристина, Алина, Марина, Аня, Вера, Надежда, Любовь, Катя, Даня, Таня... Кики, Дашуля, Ната... Вылезть в окно? Да я бы с кайфом вылезла бы, ребят, в окно сейчас в ГТРП. Шмара. Мне кажется, никто так не пугается, как я. Я чувствую себя какой-то глупышкой, если честно. А, да, блядь, а почему настройки сбрасываются? По-моему, это какая-то хуйня. Ой, что-то, блядь, все ж хуёво стало. Как все ебано стало с такой графой. На-на-на-на-на-на-на, в городах весёлых. Та-та-та-та-та-та. Ага. Ребят, надо найти ключ. Я в этом не сильна, как вы уже могли заметить. Что применить нахуй? Что мне применить? Что применить-то? Что применить-то? Вкрути лампочки. Базару ноль. Смотрите. Оп. Не могу взять лампочку, ребят. Появляется рука. Когда ты можешь что-то взять, появляется рука. Но в данном... Во. Что-то появилось. А, это мы уже видели. Такое нам не интересует нас. Такого характера. Буллинг. Опа. Видно все прям охуенно. Спасибо. Спасибо. А, чтобы сохранить настройки, нажми применить. А вы про это? Нажала применить. Мне эта музыка будет сниться.
Окей. Давайте подумаем, где может быть ключ. Правильно, ключ может быть где-то в этой локации. Ребята, вы такие умные. Спасибо вам огромное за подсказку. Что бы я без вас делала, мои хорошие? Макс меня наебал, в смысле меня наебал? Макс не мог меня наебать, он приедет, он меня любит. Подписчикам не похуй на меня. Подписчики меня любят. Подписчикам не похуй на меня. Ключики. А, да? Открывай дверь, падла. Вау, открылась. О, пошлюха. Посмотрите, учу вас. Что это за хуйня? Такая игра чуть-чуть недоработанная, заметили? Типа, я бы сейчас обосралась, если бы не сразу эта хуйня была. 19:58. Деды воевали. Так, все. Надо искать ключик от шкатулки, короче. Он может быть абсолютно где угодно. Опа! Вот и ключик. Все, идем открывать шкатулку. Сейчас, короче, какая-то дребедень опять будет. Да, там сзади уже какая-то хуйня происходит. Опа, в дырочку ключик, оп. Дорогой дневник. Я сразу вспомнила этот мем. Дорогой дневник, сегодня... Можно чуть поярче? Сегодня ежегодный день открытия моего лагеря. Я готовилась к этому 3 года, для того, чтобы это лето было для меня самым особенным. За эти дни я воспитываю в них настоящих людей. Я дальше ничего не успела. Ночь 58-го года, типа. Или что? Это как название игры. Опа. После сильной грозы в здании нет света. Пам. Ну, возьми вторую вот эту залупу и пошли. Света же нет. А, у меня есть свет. А, это вот тогда здесь выглядело все вот так красиво. Дай посмотрим фотку. Врачи ставят неправильный диагноз Ване, а ему нужно сделать пересадку сердца. Только это может помочь. У меня уже нет сил с ними бороться. Мы приняли решение больше к ним не обращаться. Я вылечу своего сына сама, чего бы мне это ни стоило. Вам реально кайф есть? Вороны каркают или... Аня. Акула. Зачем портишь, сука? Не работает. О, еще фото, фотокарточку интересует меня вот того характера. Я того все ебал. ГТРП, естественно. Фотокарточка не интересует, видимо, никого. Ладно, хорошо, погнали, выходим отсюда. Как тут все было красиво. Прикол. Опа, Яков. Яков с монарх, нахуй. А только Якова мы можем открыть шкафчик, я так понимаю, да? Яков Смонарх. Хесус? А, Женя. Игровая. Как тут было все симпатично. Весы. Бля, я встану, расстроюсь, бля, буду. Жалко, не доработали. Было прикольно, если бы я встала и там... Дети в спрятле спят. Не буду беспокоить. Базар. А, нихуя. Вот это новости. Давай почитаем. Аня, нам нужно бежать. Это все из-за директора. Я шпионил за ней, она с кем-то разговаривала о чем-то плохом. Ты должна мне поверить. Предупреди всех. У нас мало времени. Пока я спрятала ее ключ у себя в шкафу, мы сможем успеть. Помоги мне. Яков? Вот засранец. И че нахуй? Вот и ключик. Сюда нахуй. У меня рука не... Ключ от сейфа. Где сейф? Грязный ребенок! Сейф. Сюда. Яков, паразит, украл второй газовый баллон. Нихуя Яков там развлекается, нахуй. Амина, там трэш дальше. А Макс, сутка, ты еще не приехал. Это я называю друзья, ребят.
Это я называю другалёк. Опа, чё там? Опа, что? Отодвинуть можно было. Вот Яков, сучок. Мне нужно распылить сонный газ, чтобы все детей перенесли в госпиталь на операцию и потом вернуть обратно. Как его распылить-то только? Фильтр отсутствует, а стекло разбито. Я тоже усну тогда. Мы работали вместе с Алексеем Сергеевичем в приюте для сирот. Тогда я действовала неосторожно, и на меня поступила жалоба, директору пришлось закрыть приют. Меня отстранили от медицинской деятельности. Сейчас я не допущу такой ошибки, ведь о нашей договоренности знает только он. Я должна продолжать находить ему людей, чтобы собирать у них почек. Нихуя. Алексей Сергеевич поможет провести операцию по пересадке сердца Вани. По всем показателям из медицинской карты, Яков идеальный донор. Я подстрою несчастный случай, и его никогда никто не будет искать. Звучит злостно. В лагерь приехал особенный мальчик, Яков. У него нет родителей и родных, и он стал моим любимцем, ведь он так похож на моего сына Ваню. Как же я хочу его увидеть. Яков хороший мальчик, хоть и не говорит, что он все понимает и делает все, о чем я прошу. Хоть он не говорит, что... Ага. Днем мне пришлось встретиться с Алексеем Сергеевичем в приюте, где мы работали раньше. Он приказал сегодня ночью выполнить наш уговор. Этот день настал. Яков мне в этом поможет. Перед сном дети всегда выдумывают страшилки, пока вожатые укладывают их спать. Их это может отвлечь. Вот Яков с монарха, говорится, нахуй. Как... Нужно поставить глазобом под дверь и вернуться в класс. Окей. Под какую дверь только? Угу, понятно. Все, валим. Что? Я засыпаю, по-моему. А как он оказался? Как он оказался тут? Как он оказался тут, блядь? Нас наебали. Magic City нахуй какой-то полный. А все, я опять тут. Ага. Я, видимо, что-то увидела. Дневник Марии. Русский словарь. Камера. А это я не могу взять? Не могу остальное взять по какой-то непонятной, неизведанной причине. Окей, let's go. Опа, медальончик. Возьмем. Не знаю, нахуй он нужен, но давайте все-таки возьмем его. Так, что же тут можно взять еще? Опять Фризи, да ебаный в рот, нахуй, ты сука. Вот эта хуйня меня раздражает уже. У меня просто хуевый комп, ребята, ему 2-3 года уже. Мне нужно купить новый. Бам-бам! Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Мы, кстати, с Милохиным трек вчера записали. Хотите, покажу? Заперто, за ней кто-то находится. Понятно. Яков с монарх. Где Якова? Шкафчик Якова. Вот шкафчик Якова. Морская звезда. Опа, записка. Я испугалась и не знала, что это, этим все кончится. Я доверял и верил ей. Моя подруга Аня, мне так жаль. Прости меня за то, что не смог остановить это. Да, пожалуйста, нахуй. А, прости, там было. Аминосроки слетают после каждого сна или когда что-то случается. Игра будто заново слетает. Я поняла уже. Ну хуёвый, что я могу сказать. Пам-пам-пам-пам. Меня сейчас заёбывает. Просто это заёбывает. У меня опять какие-то жёсткие лаги. У меня как будто один FPS. Так, все должно работать. Что за хуйта? Окей. Хорошо, что тут нет зарядки, как в Outlast, потому что в Outlast жестко напрягало, что у тебя в любой момент может сесть телефон. Ну, ты поняли. Не телефон, а... Ну, блядь, вы поняли. О, записку видите? По-моему, мы ее никогда не читали. Да, мы ее не читали же? Нужно взять в руки маленькое зеркало и встать напротив большого, чтобы случился коридор. Сказать 3 раза: босоногая леди, покажи мне мою судьбу, а я взамен отдам свои туфли. Нужно маленькое и большое зеркало, судя по всему. Я вообще ни одного зеркала здесь не видела, честно говоря. Даже в ванной, где обычно бывают зеркала. Все, я поняла, чат, спасибо. Буду каждый раз менять, значит, хули делать. У меня хуёвый комп. Как отношусь к тому, что Корейка Эвелина вызывает нас на бой? Ну, мне смешно, нахуй, с этой хуйни.
Кто, блядь, не будет с ними драться? Мы нормальные, взрослые, адекватные люди, которые могут решать все вопросы элементарно языком. Просто при непонимании их разговаривать, а не драться. Тебе же сказали, чтобы ты убирался отсюда. Ставь в покое это место. Возьму-ка я это. Ники и Мария остались пустые страницы. Можно использовать их, чтобы ответить. Я слышу, что он стоит за дверью. Как использовать? Как использовать? Сейчас я не знаю, как использовать, ребят. Не знаю, как использовать. Непонятно мне. То, что назвала медальоном, может быть, это зеркало? Я сомневаюсь почему-то в этом. Дичайше. Дичайше сомневаюсь. Дневник открой на столе, точнее, блядь. Вы мои маленькие гении юные, нахуй. Нихуя быстро. Я знаю, что здесь произошло. Позвольте вам помочь. Расскажите мне, кто вы. Ну, ебать ты, сука. Клади. Там звуки, как будто там птеродактиль. Заметили? Переписочки. Дневник, но я уже нашла. Амулет. Чё амулет-то, нахуй? Будильник у меня звонит. И что? Чё ты звонишь?